Сущностью финансового инжиниринга является конструирование сложных новых финансовых продуктов для управления риском, ликвидностью и доходностью, создание новых финансовых инструментов, развитие новых инвестиционных стратегий. Сильной стороной программы ценной бумаги финансовый инжиниринг является ее универсальность. В распоряжении студентов, собственно, это касается не только студентов программы ценной бумаги, а в целом финансового университета, очень интересные многочисленные базы, информационные базы данных, как российские, так и зарубежные. К сильным сторонам программы относится также и то, что мы привлекаем активно людей рынка. Студентам читают лекции специалисты таких известных инвестиционных компаний, как Финам, Алор, БКС. В 2013 году мы отмечали 20-летие кафедры ценных бумаг и пригласили студентов-выпускников. И вот примерно из 200 студентов, которые откликнулись, которые пришли, мы с удовлетворением должны отметить, что большинство работает именно по той специализации, которую они получили в финансовом университете, в том числе на магистерской программе «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг». В своей профессиональной деятельности управления ценными бумагами я на практике использую те методы оценки доходности и риска финансовых инструментов, которые изучала в университете. Все знания даются в международном аспекте, что позволяет чувствовать себя уверенно при работе на международных финансовых рынках. И что очень важно, дисциплины читают преподаватели, которые имеют богатый практический опыт. Поэтому я всем рекомендую магистерскую программу «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», которую предлагает финансовый университет.